тут можно жить вот в таких шикарных домах при этой трассе, что все так будет. Немножко начинает холодать, не пора ли нам поддать? Добро, тут надо, не хочу по песку идти. А ты? Где не хочешь? Ну под мостом песок, видишь? Не хочешь? А ты хочешь? Давай сваливать. Ну тут сваливать. Магазины работают, жабки круглосуточно. До нее надо еще дойти. Не смеши, те мои тапочки. Смотри, сколько этих мангалов. Вон один там тоже поворачивает. Там. Это кто это сделал? Частники или государство? Или... Да? Для людей. Видишь, мячи вон. Где мячи? Ну вот, перед твоим мостом. Не, это я площадку, да, но я имею в виду, вот эти штыри поставили, ну, поезда поставили, поезда. Здесь тренируются футболисты. Вот этот старый мост Собеский, он был построен в начале века. И назван в честь Николая, царя, Николаевский мост. А потом был переименован мост Собеский. Давай постоишь, я еще поснимаю. Тут панорамный вид. Держи так на лисе, тут не на меня. Можешь идти так по воде. Тут тебя заинтересует. Приближение, надеюсь, мы не можем с ним вот, площадка, да. Кстати. Интересно, что-то... Мне кажется, что эти эмблемы не настоящие. Не могли на мосте царя когда-то, ну, просто олени какие-то. Там наверняка что-то было связано с российским самодержавием. Но, естественно, при перестройке подбивали. Вот такие пролетики этих мостов. Мы идем сюда. Вот он такой, вот он такой мост Собеский. Там туалеты есть. А тогда мы спускались тут, с той стороны. Ну сейчас пойдем с этой. Может, ты хотела тут магазин, или он там чуть-чуть, или он далековато?
интересно. Сейчас 20 минут второго. А мы, кажется, 20 минут первого. Ну, смотри. Ты сейчас, смотрите, вот сейчас высокая температура. Ну, это можно замовить. Тут, кстати, этот бассейн, где Любочка с Аней ходили там. А как мы тут перейдем? Чекай, боже, там есть. Ну, с Кренцей. Там тест повинен. Придется идти на тот. Мне не хочется около стадиона идти сегодня. Или пойдем уже. Ну что делать? Вот мост. Пролет его какой грандиозный. Столько в Варшаве мостов. А видишь, как близко этот железнодорожный. Скажи честно, мало погуляли или достаточно? Достаточно. Ну, на первый раз достаточно. Общее впечатление. Я рад. Конечно, в парке с Корешевским там слишком идиллично. Где он у вас? То есть я иду не... Много. Вот ты бы, если хотела, могла бы сейчас ехать на Ровезе, или ты уже типа тяжело? Коляна была. Все-таки чемпионка Украины не должна Вот, слушай, давай пропоную тут пойти, и там сядем, еще прогуляемся, покажу тебе кое-что. А вы тут 20 минут второго. Что там, слышу, у нас есть... Добрый, я не хочу на камеру. Ну, у нас же вроде супчики есть, можно... Четвертая брама. Идем через этот стадион. Да. Я ж потому тебя и повел. Ну, я ходил когда-то. Хотя, тут все от Варта. Единственное, что может есть какие-то эти самые мероприятия, то там надо что-то покупать, и билеты.
и так далее. Вот, просто пройдись когда-то. Наверное, ты никогда не ходила около стадиона, нет? Этого. Ну, если не помнить те наши времена, когда мы гандлевали в 90-х, на самом верху продавали типа русские, и там ходил, покупал у них для перепродажи. Бизнес. Ничего лишнего. А это было в начале 90-х, и уже неправда. Было страшно хреновое время. Я надеюсь, что никто не будет ехать. Неожиданно. Ну, вон там было, напротив, вон, видишь? Ну, какое-то кафе какое-то. Что-то там. Массир. Очень вкусно пахнет аж на расстоянии 50 метров. Вот где-то тут, с этой стороны, въезжают футболисты, знаешь, и там въезжают внутрь, где у них все эти... Ну ладно, и, может, оденешь кофточку? Как верить этим синоптикам? Голубое небо.